I'll be down, I'll be down.
Победа далась легко, команда, соперник, тоже, я считаю, если они приехали играть, значит, не всегда настроены на победу. Мы тоже играли на победу, независимо от того, какой соперник слабый. Мы слабый, сильный, мы не знаем, всегда играем просто на победу. Вот сегодня в очередной раз команда доказала, что мы готовы побеждать и завоевывать только высшее место. В целом, спасибо ребятам, хочу сказать, мы не играли почти что полтора года ни на одном турнире. Были некоторые моменты у нас в городе, вот то же самое, с подставками. Собрали команду, четкую погоду. Пригласила корпорация «Феникс» Алексей Солдатенко, памяти Бориса Павловича Ланевского. Помним, чьим этого человека, на котором мы на интервью на юг выросли. В принципе, хорошо ребята мои сыграли. Спасибо, приятный турнир, спасибо, что пригласили.